Дорогие возлюбленные гости, братья и сестры, поздравляю вас с днем памяти святаго святителя Спиридона Триефусского, мощь которого находится на острове Корфу. Вчера я вам записал видео о его чуде, а вот сегодня с черепицей или кирпичом, по-разному говорят. А сегодня я все-таки напомню одно из самых главных чудес, которые сейчас происходят. Во-первых, его тело 36,6, как у живого человека. А еще Разгод открывает его раку с мощами и снимает тапочки, такие сапожки вручную вышитые, чтобы поменять. Зачем? Потому что они приходят в негодность, как стертые, как будто он в них ходит. Эти сапожки снимают, разрезают на маленькие кусочки, называются филатхо, и раздают верующим людям. Как определенную святыньку, Спиридонушка ходит по людям и помогает им. Его же молитвами, Господи, спаси души наши. Аминь.